стараться. Надо осознать это, Маркович. Как это? Какой-то там бред. Вовсе не жить в СССР, в области культуры. Я собрался одеть бы фрак, но нет у меня его в гардеробе. Я собрался смокинг одеть. Скажете, вот чудак. Нет, и то, и другое – это что-то близкое вроде. Пригласила Наталья, дочка Костаки. А к нему надо всякие уважения, знаки. Эх, улетела эпоха, а имя осталось. Надо бы осознать это малость. Какой ты там грек, вовсе не житель СССР, в области культуры остался из немногих всех. Какой удивительный пример. Оценилась в ту эпоху в культуре, что не шло фальшивые румяна, но лет очищающие дожди и бури многое унесло и похоронило бесславно. А вот чудаки, ненужные тогда формалисты, были абсолютно ненужными никому. Вот Костаки Георгий взялся за это дело чистое, сохранить погибающее, вопреки всякой выгоде и уму. Для этого надо сердце, вот он и сохранил истории, пригревая неудачников в их горе, Зверева, Рабина, Косоговского, Краснопевцева. Это теперь ясно мировые имена, но тогда эта истина была не видна. Покупая картину, нарисованную кружочками, мы такого не видали, только так и рисуйте, он сказал. А вот мазочками моей картины Талочкин собирал. И Талочкин, и Костаки теперь в Третьяковской галерее. Для меня это было хорошо вот так, чтобы не пропали мои картины и не вечно бы им висеть на моей шее.